И всем привет, дорогие друзья, с вами Димон с Димон Покемон. Как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в игрушку Кровавая Пати. Будем поднимать вам настроение. Скачали карту с воркшопа. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. А мы даже для вас танцуем. Вот я люблю танцевать. А ты хлопаешь. О, махаю, ребята, вам. Нормально танцуем. Ну что, Димон, тут смотри, получается, есть у нас три прохода. Слева, справа, посерединке. Ты куда пойдешь? Я пойду сюда. Посерединке пойду. Посерединке самый безопасный, Димас. Ух! Я тут поспать прилег. Ну ты не обращай внимания, иди. Давай, давай, Диманчик, вставай, пошли вместе. Веселье только начинается. Это отбивные молотки. Вот а? Лошара, как не заново, я хочу заново, о, этот. Димон, где ты, смотри, я тут тебя жду под ножом. Ах ты, как ты туда забрался? Так, Димончик, там идет, блин, я так боюсь, я не знаю даже куда дальше. А, вон туда, вон туда. Димон, садись! Садись! Я допрыгнул, Димон, с шифтом, давай, я тебя жду. Давай, давай, давай. Ой, блин, Димон, я живой, я живой, я живой. Разучился уже играть просто. Димон, тут плавать можно. Да я знаю. Так, давай иди ко мне. Сейчас тебе покажу, как пройти здесь. Смотри. Иди сюда, показываю один раз только. Берешь вот так вот. Вот. Вот так вот. Прям становишься. Ой. Вот, смотри, где я. Видишь? Я все сделал правильно, только наоборот. Смотри, видишь, где я вот сейчас вот? Видишь? Так, вижу, 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 Димон. По шляпкам этим прыгай. По шляпам прыгай. Да блин, эти шляпы, они маленькие. Все. Вот так, да, значит? Хорошо. Сейчас, Димон, я не буду спешить. Вот сейчас я по-профессиональному сделаю, смотри. Так, я тут на безопасный кубик пришел. Я к тебе. О! Ничего Красава, себе, мы с тобой крутые мужики. Мы круче всех. Подожди, что эти колючки тут падают? Ой, это мне не нравится. Они очень... Карта крутецкая. Чё-то я сю, Димон. Туда надо поймать, когда они будут синхронно крутиться. И вот так прыгнуть. А, кувалда, нет, кувалда! Вот так, хорошо, сейчас я тебе отомщу. Блин, ногу отрезала. Димон, как ты думаешь, мы пройдем эту карту или нет? Да, пройдем когда-нибудь. Тут надо, короче, аккуратно очень быть, аккуратненьким человеком. Тут надо, знаешь, не нервничать, спокойненько, на дурачка вот так вот. Чпоньк, чпоньк. Вот так, так вот. А если... А, нет, голову если кинуть, там дальше не пройдешь. Так, ну да. Надо что-то предпринимать, Димас. Так, вот здесь вот, Диманчик, я к тебе иду. А, вот это возле ноги. Нет. Последнюю, блин, секунду. Ой, Димон, я перепрыгнул. Ух, тут кувалда рядом. Блин, а тут сложно. А, на уголок надо прыгать. А как ты там успел так перепрыгнуть? Не знаю, на дурака. Я тоже хочу быть дураком. Во. Блин, что-то опасное, ни одного чекпоинта. Это рассчитано, что мы с одного раза должны пройти, что ли? А как? Это нереально. Это, Димас, ты скачал такую карту, да? Да, да, да. У нее там большие отзывы у этой карты. Качатель, блин. Я думаю, надо головой, короче. Ай-яй-яй. Ого, как ты так прошел там? Ага, вот так вот. Блин, вот это даешь вас. Ого, карта! А как я такую карту сложную-то нашел? Ой, ай, вставай, мужик, вставай, вставай, ну не женись! Это электричество, Димас, да? Я не знаю, но оно больно бьет. Сейчас пройду. Да ну, мужик, не падай. Попробуй на дурачка вот так вот. Нет, это было точно на дурачка. Во! Я понял как. И ты понял, да? Просто так бежать надо и все.
Во. Сейчас у меня наберется энергия полная, и я прыгну. Их кубик. А, перелетел там лесенку. Эта карта, мне кажется, Димас даже сложнее. Так а как же люди ее проходят и отзывы хорошие оставляют? Значит, задрот играю. Во, я прошел. О, не, Димон, это тоже сложная карта. Но у нас сегодня, короче, непроходимый паркур. Да. Не, вот лесенки самые сложные, Димас. Это все в начале, это фигня все, это легко. Это... Ща. Это реально непроходимый паркур, как его пройти? Не, в начало, Димас, она легкая, реально. Да тут вот даже тут начало иногда на дурачка лесенки. Не проходится. Сейчас пройдем как-то, надо лесенки как-то пройти. А, лесенки. Да ну чё не прыгает далеко, я с шифтом же прыгаю. Так, да, тут я уже научился проходить. Первую лестницу не прохожу. Я, блин, решил отдохнуть, что ли? Давай, вставай, инвалид. Блин. Как ты начал так быстро проходить? А я уже научился проходить, оно легкое. Ты сразу целься на бортик левый верхний. Вот так, да, во. И оно вообще легко. И вот так вот, вот, чпоньк, молодчик. Так, короче, ребята, мы будем пытаться пройти. Но если мы не пройдем, мы опять поменяем карту. По крайней мере, мы будем пробовать. Пошел отсюда. Я тебя кольнул, Димас. Будем драться. О, что со мной меня колбасит? Ай! Это я кольнул тебя. Ау! Да все, Димон, хорош. Блин, это весело. Весело, да? Да. Ого, здесь как опасно. Ого, да здесь опаснее некуда. Блин, эта карта, наверное, самая прикольная, наверное, разнообразная. А, меня каким-то этим пальцем ударило, убило, прищемило. Ай, тихо, мужик, вставай. Короче, есть палец, который убивает людей. Блин, если все заново проходить, будет неприкольно. Чекпоинт давайте. Какие-то пальцы вылазят. Не-не, вон там чекпоинт есть. Сейчас мы дойдем до чекпоинта и будет все четко. Димон, я дошел! Фух! Во, я лечу! Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А не, не ля-ля-ля. Вот ля-ля-ля. Текс. Чпоньк. Вот этот паркур прикольный. Мне нравится. Да что ж такое, меня ударил каким-то этим. Тут есть пушка, которая ты стрелял. О! Чекпоинт! А, вниз. О, отлично! Давай, Димончик, вместе пойдем здесь. А что тут делать надо? Не знаю, написано вниз, короче, падать или куда? Не, вниз я не хочу. Ага, тут кулак с пальцем вышел. Ого, здесь. О, чекпоинт, Димас. Че ложку взял? Че ложку взял? Да так, по приколу. А там дальше не знаю, куда, Димон. А, дальше я понял, куда. Куда? Вон, в трубу. Точно. Чё-то я не попадаю, Дима, в трубу. А может в эту? Там справа и слева есть коробочки. Ты их, короче, разламываешь, там еще выше прыгаешь по батутам и до чекпоинта. Блин, прикольная карта, ёшки-матрёшки. Так, я пошел дальше, Димас. Воу-воу-воу! Ничего себе, тут высоко надо подниматься. Есть чекпоинт. Так, давай дальше. Тут есть, короче, пушка. Но она мне не нужна. Я еще выше иду. Еще выше? Ну да, тут можно еще выше. Ай-яй-яй, ноги мои новые. Короче, какие-то кубики, в которые я боюсь. Блин, обманули красиво меня. Блин, о, Димас, ты дошел до моего места. Да. Тут, Димас, очень сложно. Ничего, я пройду, Димон, я могу. Вот это то, что мы сейчас проходим, это легко. Там дальше, знаешь, какая сложная тень будет. Ой-ой-ой, как здесь реально красиво и сложно.
А что дальше тут делать-то? А тут дальше на кубик надо прыгать, и еще выше надо подниматься. Только дальше тут, Димас, вообще ад какой-то полнейший. Тут кубики вверх-вниз, вверх-вниз. Я офигеваю, я уже запутался. Димон, тут реально как-то сложновато, мне кажется, не? Да, тут очень сложно. Чуть не умер. Блин, вот это, конечно, сложноватенько тут. Вот это карта. Вот это карта. Намудрённая. Это просто нереально. По самые яйца. Ну, давайте. Я уже хочу на следующий кубик. О. У меня уже аж голова болит от этого. Что тут такое? Вниз! Нет, я так далеко от вас ушел. Я очень обидно там вниз упал. Вот это поначалу, вот это, которое с лезвием, это вообще легкотня. Фух, я дошел до чекпоинта, слава богу. Дошел? Да, это было очень сложно, но я это сделал. Сейчас, что когда ты будешь, Димас, до следующего чекпоинта доходить, это самое легкое испытание будет. Ты его так, я иду. Оно легкое. Я сейчас пройду. А потом ты будешь на моем испытании. Вот оно сложное. Ну, кажется, что легкое. Просто надо прыгать. Но я не могу долететь. Мне надо, чтобы кувалда здесь ударила, да? Да-да-да, надо кувалдой, чтобы ударила. Оу, так это не так и легко уж. А я с первого раза, Дима, кстати, попал так. На дурачка, да, типа? Ну да. Их. Прыгай на него вот так. Я просто вверх прыгну сейчас. Во, надо было вверх прыгнуть. Так, а ты как делал? Не, еще надо было выше. А как? Надо, Димас, не, просто кинь голову. Фух, я уже испугался. Фух. Вот на этом испытании я тебе все расчистил. Тебе просто надо, ну, пройти просто легонько и все. Легонько, говоришь? Ну да, там вообще легко, короче. Понял, иду. Иду. Все, я пошел, Димас, вверх еще. Ой-ой-ой, это мы сегодня с Димоном прошли паркур. Ну, натренировались, раньше вообще не могли даже такое пройти. Так. Чинь. Блин. Вот я дурачок, упал тут. Так, давай. Да что тут так сложно? Ну, давай, ну же. Да что ж такое, что с моим персонажем? Чуть-чуть не долетел, божечки, так прикольно было и легко. Вот просто рассчитано на прыгучку. Если я на прыгучке не прыгаю, все, я не меня вообще расплющило. Ну тут не знаю, как допрыгнуть. Может по балочке тогда дойти? Тихонечко. Где, давайте я покажу, что ты там не можешь пройти. О, все, прошел. Дальше просто, Димас, смотри под ноги, это самый легкий паркурчик, просто легенький такой, прыгаешь и все. Да-да-да, потихонечку, не спеши. Да-да-да, не спеши. Можешь вообще попадать немножечко, ты меня сейчас догонишь. Да блин, это вообще... Опять уронил. Очень сложный паркур. Когда уже чекпоинт будет? Что за дела, пацаны? Сложно же. Здесь куда? Так. Димон, чё ж так сложно и далеко чекпоинт? Ну потому что легкий паркур. Легкий? Да, вот эти маленькие плитки летели, они легкие. Аккуратно, здесь кулаки тебя расплющат. А где чекпоинт? Я его так и не нашел. Вот он. Аккуратнее, нет, стой, не иди. Фух! И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!